наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня, друзья, мы с вами вместе проведем практику. Это практика на увеличение дохода, на увеличение денег в вашу жизнь. И эту практику мы с вами проведем в китайский Новый год. Друзья, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кого вы уважаете. И вы знаете, что, поделившись этим видео, это принесет им достаточно важную информацию и, возможно, толчок к рывку на новый этап в своей жизни. И прямо сейчас напишите, друзья, я излучаю процветание на каждом шагу. Я излучаю изобилия. Давайте вместе с вами не только напишем в комментариях под этим видео, но и также проговорим. Итак, друзья, 12 февраля 2021 года наступает китайский Новый год. И это прекрасная возможность, когда вы можете еще раз проговорить то, что вы просите у Вселенной. Но обязательно перед праздником наведите порядок дома. Помойте полы, протрите все поверхности водой с солью. Так вы уберете весь негатив из дома. Не забудьте выкинуть свой весь хлам. И в обязательном порядке напишите на старых вещах все, от чего вы хотите избавиться в своей жизни. Возможно, это безденежье, это проблемы. Как вариант, лишний вес или обиды. Выбрасывайте это. И таким образом вы будете очищать свою жизнь от неудач и освобождать место для счастья. Напоминаю всем, что Новый год наступает у нас 12 февраля в 0 часов 3 минуты по московскому времени. Также 12 февраля вы обязательно сделайте карту желаний. Если она уже готова, то ее активируйте. И карту желаний лучше всего делать в период с 12 по 26 февраля. Итак, друзья, проводим практику на увеличение доходов, на процветание и на достаток. Итак, вам понадобится маленькая красная бумажечка, на которой нужно написать желаемую сумму. Сделать и написать это нужно следующее. Я получаю, пишем сумму, я богат и очень успешен, да будет так. Когда вы будете писать сумму, не напишите просто цифры, а обязательно напишите, о какой валюте вообще идет речь, потому что это очень важно. И далее, друзья, нужно прошептать: я получаю эти деньги самым наилучшим образом для меня и во благо всем. Это деньги для меня, они мои. После этого положите этот листочек в кошелек и носите, пока ваше желание не исполнится. Потом сожгите обязательно с благодарностью, а пепел выкиньте куда угодно. Ну а еще, друзья, 12 февраля вы можете поставить дома тарелочку или вазу с 8 мандаринами. И представить в этот момент, когда вы будете ставить на стол эту тарелочку с дома, что это ваша чаша богатства, изобилия и процветания. Ну а через сутки вы можете начинать постепенно есть свои апельсины. Как вариант, вы можете и мандарины, и представляя себя счастливым, богатым, радостным человеком, который живет в изобилии и достатке.